Всем привет, друзья. Мы сейчас идем. Погодка чуть-чуть наладилась. Ой, такая. Ну, Светлана Николаевна сегодня была уже тоже в огороде. Не знаю, зачем она сегодня лазила. У Светланы Николаевны сегодня день рождения. Ей исполнилось 18 лет, да, Вань? Да, мы сегодня немножко посидим с семьей. А сейчас мы идем в сад. Вот так. Вань, возьми, пожалуйста, грабли, что-нибудь. Так, гусак отстал. Ну, а гуси идут с нами. Так как они несутся, им нужно наедать клетчатки побольше, чтобы яйца были у них хорошие. Потому что каждое яйцо на вес золота. Бери вот то все три. Не знаю, лопата нужна, не нужна, но давай возьмем. Да? Взял все три? Вот так. Ну, вот такие вот дела. Мы сейчас начнем стягивать обрезанные ветки и выгребать вот там как бы сорняки, по чуть-чуть опускаться туда вниз. Не знаю, сколько мы успеем, но сейчас будем то, что спилили, Вань, вот сюда, вот такое хорошее тут это пространство. Тут все и попилим во дворе. Ой, дождь капа. Да? Ну, не знаю, сколько мы тут продержимся. Вот погода сегодня такая вот пасмурная, дождь идет, но все равно чуточку полазим. Давай хоть ветки, Вань, повыносим, да? Так что как-то так. Становись. Наоборот, сейчас осень. Да ну весна с осенью чуточку похожа. Ну вот так, ребят. Все, гуси пасутся. Ну. Вот это просто ставишь? Да, поставь. Давай вот эти вот большие ветки, что повырезали. Ага. Ну вот там, короче, все сюда переносить, вот сюда в кучу. А куча? А далеко сильно. И там цветы, а вот тут прям хорошее такое открытое пространство. Тут а все. Цветы? Вон видно уже. Ну, видно, конечно, пионы уже повылазили. Молодцы. Читал про малину, написали мне, что нужно еще и повырезать вот эти вот тоненькие, которые побеги. Они только будут загущать, а малины на них не будет. А если будет по три ягодки мелкие, на самом деле тоже правильно. И надо будет как-нибудь этим заняться. Ну, куча с каждым годом же больше стоят. Ну, конечно, было посажено три вот таких маленьких веточки, а сейчас, смотри, уже 100 этих, 100 штук больше, наверное, веток. Ну, вот так. Все, друзья, мы начинаем. Побежали.
Все, друзья, знаете, прям шел уже к телефону, чтобы сказать вам, что на сегодня хватит. И прям спускается дождь такой капитальный. Вот так. Чуточку вам показал гусей, навел на них. Ну, вы видели, как они гуляют, как они едят травку. Но на самом деле, что-то да поели. Я думаю, что, ну, как бы, это только им на пользу. Он, видите, по чуть-чуть клюет. В общем, Ванюшка наносил вот такую кучу, громаднейшую кучу веток. И это, наверное, еще и пятую часть не переносил. То есть, как бы, и вот куча, и вон там теперь большая куча. Ну, вот так. Я выгребал. Начало есть. Если вот, как бы, такими темпами, ну, можно бы то было еще погрести, но погода, вы видите, какая. Вот так. Вот выгреб. Хоть стало видно маленькие деревья, да? И вот дерево. Сейчас еще как начнет распускаться, так вообще хорошо. Если вот с такими темпами грести, то где-то дней за, ну, может, за 6, за 8, смотря как оно будет дальше идти, как нам погода даст, выгребем весь сад. С Ванюшкой намного легче. Он мне выносит ветки, а я выгребаю. И, ну, и выношу это все туда. Оно все пока вмещается. Эту сторону хочу всю отнести туда. Ну, вот эти листья, сорняки, все подряд. А ту сторону буду ж туда грести, под забор. Я уже вам рассказывал и в который раз говорю. Ну, как-то так. Получается достаточно хорошо. Оно мокрое. То есть, когда оно просохнет, можно будет еще получше погребсти. То есть, оно в сухое будет прям все хорошо и легко выгребаться. Вот этот кусочек, ну ладно, уже как бы... Это не страшно под это яблоня убрать. И тут настолько много укоренилось этих, как их, крыжовника, что прям вот новые кусты появились. Только вот корни прорастают в землю, сразу лезут вот такие молодые побеги. Посмотрите, сколько их вокруг. Вон раз, два, куст, три, четыре. Вон маленький, пять, вот шесть, вот семь. Вон куст, вон. Я не знаю, их нужно... То ли порассаживать, то ли повыкорчевывать. Может, по соседям поспрашивать, кому надо. Но если что, можно будет отдать. Потому что, ну, оно мне здесь не надо, а нужно куст немножко оккультурить. Так что что-то нужно с этим делать. Что, Ванюш, заканчиваем? Пойдем готовиться к этому. К дню рождения бабушки. Я Ване говорю, поздравляйте с рождением бабушки. Он смеется. Ну, вот так. Аккуратно, пожалуйста, пожалуйста. Тут же позапрошлый год посадил три... Ну, это не слива, это вот такой типа алычи. Ну, не знаю, как правильно назвать. И вот она вся собирается цвести. Ее вот тут снизу чуть погрызли гуси, поэтому я как бы вверх вот... Она не выросла ни на грамм. Ну, вот это вот побег за год, потому что она была вся утоплена в этих, в больших, вот этом, как она называется, в циклохене, вот в этом сорняке, в большом, и, в общем, не выросла. Вот такие вот, вот это годовой прирост, но при этом она собралась цвести. Позапрошлый год еще, ну, не в 22-м, а осенью 21-го ее погрызли эти гуси. Но она вот так, как бы, поросла и... Ну вот кора, немножко ранку затянула и растет. Но при этом я не знаю, будет ли она дальше жить или нет. Поэтому вот этот молодой побег и вот этот оставил. Посмотрим, если этот что-то с ним случится, надо его упереть, то буду формировать дерево с вот этого побега. Ну и тут же, и тут точно так же. Тоже все погрыжено, видите? Это все гуси мои погрызли. И верх пропал. А вот снизу, вот эти нижние нужно сейчас удалить. А вот эти повыше нужно оставить. И смотрите, они еще паразиты, молодые, вот такие однолетние побеги. Еще и собрались фазаны, Вань. В огороде там фазаны бегают. Еще и собрались цвести. Так что красота. Ну и вот третье. Это чуть не такое. Дерево, ну, тоже живое, и надеюсь, что тоже будут что-то на нем расти. Все, Ванюш, заканчивай.
Вот так, вот эти небольшие дождички, они, конечно, сейчас трава быстренько проклюнется, зазеленеет, будет вообще другой вид. Сейчас все серое, мрачное, страшное, заросшее, ужасное, короче. Завтра вот эту сторону выгребу, а уже потом пойдем туда вниз. И вот видите, какой большущий сорняк, самый большой в винограде. То есть тут еще ж два ряда винограда, который никогда в жизни за все вот эти года, сколько он здесь есть, никогда культурно не обрезался, но всегда был. Всегда был. Хоть и как-нибудь там это, но всегда был. Вот так. Гусочки, идемте домой. Гусочки спокойные. То бывают такие перепуганные, дикие, а эти такие, как бы, ну, я с ними стараюсь аккуратно, и, в общем, они воспитанные такие, хорошие девочки. Дай гусак им подстать. Вань, это все возьмет этот. Кида, аккуратно, ты опять... Ай-яй-яй, ты опять на дерево, сейчас сломаешь меня. Все, заканчиваем. Все, друзья. А, еще, знаете, видел сегодня, что селезень топтал утку. Я еще вам, когда буду уток показывать, тоже, ну, то есть это скажу, чтобы вы там не говорили, что я повторяюсь, потому что не все досмотрят до этого момента, а потом будут спрашивать. Так что вот так, скоро и мускусные утки, притом коричневые и коричневую утку, скоро начнут нестись. Ну вот так, все. Вот видите, какой виноград-то, вот это все поросли одного года. Это, конечно, колючки, это пипец какой-то, как их много. Страшно их руками, я их ломаю, ну вы видели. И этот тазиком все выношу. Все будет нормально, справимся, поубираем. Еще и виноград будет в этом году. Немного, но будет. Все, друзья, всем пока-пока.